Крепкий кофе, вкусный завтрак, что может быть лучше? Только если ко всему этому добавить кусочек нежного тортика. Давайте приготовим десерт, который не навредит фигуре. Один банан размять вилкой, добавить одно яйцо, пол чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки кукурузной муки, 2 столовые ложки кефира, 1 столовую ложку какао и сахарозаменитель по вкусу. Все перемешать, выложить в форму и поставить в микроволновку на 5 минут. А в это время заварить крепкий кофе. Для крема смешиваем 170 грамм мягкого творога, сахарозаменитель по вкусу и 2 чайные ложки крепкого кофе. Готовый корж выложить на блюдо и остудить. Произвольно нарезать на кусочки. Собираем мини-тортик. В креманку выложить 1/3 творожного крема. Часть коржа обмакнуть в кофе и на крем. Слои повторить. Сверху посыпать корицей. И натереть на терке грецкий орех. Убираем в холодильник для пропитки на ночь. Вкусный тирамису к завтраку готов. Он необыкновенно легкий, нежный и нежирный. Всем приятного аппетита! Завтракайте вкусно! Советую приготовить!